соперника. Энрико Роди, Германия. Инка Виталий Астанин. Тут довольно внушительная разница в 10 килограммов, да и в росте. Мы уже видели сегодня эту разницу в весе и помним итог этой встречи. Вы знаете, ашихара карате – это, как известно, боевой стиль, созданный великим мастером Хидэюки Шихарой. Во многом напоминаю, но есть исключения. В частности, мы сейчас видели это движение, которое продемонстрировал Александр. Отличается от кёкушин карате. И, как считают специалисты, базовая техника ашихара заключается так называемой в системе перемещения. И мастер назвал это универсальным методом собаки. Нейтрализация противника за очень короткое время. Ну, а вот Йон Блюминг, один из величайших мастеров кёкушина, когда-то назвал основные позиции, которые позволяют принципиально отличать ашихару карате от многих других стилей. Это оценка использования дистанции в бою. Извини, удар коленом достиг цели. Да, максимальная подвижность и скорость выполнения боевых упражнений. Что и продемонстрировал сейчас Александр. Игорь, вы знаете, мне что нравится? Вот хорошо Александр пользуется тем, что он уходит с линии атаки и, пользуясь тем, что противник оказывается в таком неудобном положении, проводит бросок. Вот он два раза уже сейчас этот эффектный прием применил. И вот тот, кто любит и знает кёкушин, наверняка обратили внимание, что ударная техника локтем, коленом, в голову, простите, разрешена при удержании головы. Это еще один из разрешенных техник, которые есть именно в ашихаре. Несомненно, добавляет жесткости к удару. Сама техника коленом в голову, в корпус, чрезвычайно жесткая. Ну, а при возможности удержания, вот то, что сейчас и демонстрирует Александр в полном объеме причем. И мне такое ощущение, что вообще не видит даже сопротивления. Да, он забил своего оппонента. И очень хорошо он работает коленями. Вот эта ударная техника у него отточена. Ой, красивый прием. И фиксация на добивание. Победу в поединке одерживает Александр. Очень убедительная победа. Очень. И красивая. И красиво. Поздравляем Александра. Да. Желаем ему успехов. Действительно молодец. Высекает и обозначает добивание.